Привет, сегодня разберемся в особенностях монитора от Asus, идеального для геймеров и тех, кто ценит яркость и четкость изображения. Поговорим о его функционале, дизайне и, конечно же, ощущениях от использования. Поехали! Когда впервые увидел этот монитор, честно, был впечатлен. Его стиль напоминает мне о современных истребителях-невидимках, а задняя панель с элементами, похожими на крылья, добавляет ощущение скорости и динамичности. Этот моник не просто техника, это настоящее украшение рабочего пространства. Подставка заслуживает особого внимания, она не только поддерживает монитор, но и делает его дизайн законченным и изящным. И да, если ты уже нацелился на покупку, обязательно проверь описание под видео. Там я оставил полезные ссылки на магазины и скидочный код, который сделает твою покупку более приятной. Рассказываю про экран, и тут есть на что обратить внимание. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, размер. 23,8 дюйма и разрешение Full HD, что делает каждую деталь видимой и четкой. А вот когда начинаешь играть, вступает в силу высокая частота обновления. Разгон до 165 Гц – это что-то с чем-то для киберспортсменов и геймеров, кто привык к молниеносной реакции и плавности изображения. Технология минимизации смазывания и LMB – это уже следующий уровень. С ней время отклика снижается до 1 миллисекунды. Для тех, кто в танке, это очень быстро. Такое быстрое обновление изображения делает игровой процесс невероятно реалистичным. Адаптивная синхронизация FreeSync Premium и поддержка Adaptive Sync с видеокартами NVIDIA – это залог того, что игры будут выглядеть идеально, без разрывов кадров и рывков. Технология Shadow Boost – отдельная тема. Она улучшает отображение темных участков в играх, делая их более видимыми, но при этом не затемняя светлые. Это может серьезно повлиять на игровой процесс, особенно в темных сценах. И последнее, но не менее важное, IPS-панель. Она обеспечивает отличную цветопередачу и широкие углы обзора, что особенно актуально, если ты любишь играть не один, а с друзьями. Поддержка Full HD 120 Гц на PS5 и Xbox Series XS – это еще одна фишка для консольщиков. Игры выглядят просто невероятно на таком экране. Перейдем к разъемам, потому что без хорошего подключения и топовый монитор не покажет всего своего потенциала. Здесь все продумано, есть DisplayPort версии 1.2, который идеален для подключения к ПК. Этот порт особенно важен, если ты хочешь использовать максимальную частоту обновления. Два порта HDMI версии 1.4 тоже на месте. Это стандартный и универсальный вариант подключения, который подойдет к большинству устройств. От консолей до ноутбуков. И, конечно же, не обошлось без 3,5-миллиметрового аудиоразъема. Это значит, что ты можешь подключить свои любимые наушники прямо к монитору. Удобно, когда не хочешь мешать другим или наоборот изолировать себя от внешних звуков. В общем, разъемов хватит на любые нужды, будь то игры, работа или просмотр медиаконтента. Все продумано так, чтобы ты мог максимально эффективно использовать возможности монитора. Окей, давай разберемся с отзывами. Владельцы этого монитора поделились своими впечатлениями, и я выделил главное. Минусы. Кнопки сзади, не всем удобно. Засветы небольшие, но заметные. Плюсы. Матрица качественная. Цветопередача отличная. Сборка надежная. Ножка крепкая. Пиксели без брака. В целом, владельцы довольны качеством монитора, конечно, есть нюансы, но они не критичны, особенно учитывая все плюсы. Хорошая матрица и цветопередача – это всегда приоритет для геймеров и тех, кто работает с графикой. А качество сборки и надежность ножки делают этот монитор не только функциональным, но и устойчивым. Без битых пикселей – это уже стандарт, который радует. На этом все. Напомню, что в описании под видео находятся ссылки на магазины и скидочный промокод. В комментариях можешь поделиться мнением об этой модели. Ставь лайк, если видео понравилось, и подписывайся на девайс, чтобы не пропустить новые. До скорых встреч!